Язык до Киева довезет, а некоторых и дальше. Житель Люксембурга Томас Файдер об этом знает не понаслышке. В Чувашию он приезжает не в первый раз. Что же привлекает иностранца в нашей республике, узнала наша съемочная группа. Томас, понятный вещь, аналог Урамра. Томас практически без труда может поддержать разговор о погоде. Он изучает чувашский язык второй год. За это время добился лингвистических успехов. Уже неплохо пишет и читает, но отмечает. С таким разделом, как синтаксис, справиться трудновато. Самое главное в занятиях – это терпение и желание. Языковые лагеря – еще один способ подтянуть свои знания. И Томас уже не первый год ездит в лагерь Хавал. Думаю, там вообще можно много интересного нового узнать, но помимо этого, конечно, это и важно, что там интересные люди. И вообще там сейчас, например, в Хавале, там не только язык, но и культура, там много конференций, можно узнать много интересного не только о том, что здесь в Чувашии, но и в соседних республиках. Томас Файдер – настоящий полиглот. Он владеет люксембургским, французским, немецким, английским языками. Любовь к русской культуре у него появилась много лет назад. Сначала учился на журфаке МГУ, потом в Институте восточных языков Парижа. Дальше больше. Всерьез увлекся культурой малых народов и освоил марийский. И у марийцев есть финно-угорский язык, у вас тюркский язык. И не только языки отличаются, но и традиции, даже по религии. И я думаю, у нас в Европе такого разнообразия нет на столь маленьком пространстве. Я считаю, что именно языки, как чувашский, они неизвестны, и поэтому стоит узнать эти языки. На этом Томас останавливаться не собирается. В планах в совершенстве овладеть чувашским и начать изучать удмуртский. Иностранец учит и своих близких. Так что вполне возможно, что в далеком Люксембурге при встрече звучит иракон. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.